От имени Федерации баскетбола Совету Суперлиги была презентована формула Кубка Украины, в котором принимают участие в этом сезоне опять клубы Суперлиги. Вновь клубы Суперлиги, как это было 4 года назад. Всегда клубы высших дивизионов принимали участие в розыгрыше Кубка Украины. Во всех игровых видах спорта, во всех странах нормой является, когда все клубы, находящиеся на территории из всех лиг, принимают участие. Не имеется в виду, что абсолютно все, там, до последней команды какой-то последней лиги, но нормой является, когда все клубы, в том числе профессиональные, сильнейшие клубы, играют в розыгрыше Кубка Национальной Федерации. Так было до 2009 года. Суперлига сформировалась в виде отдельного юридического лица и начала проводить Кубок Суперлиги отдельно. И по календарю были проблемы с совмещением у клубов Суперлиги. На сегодняшний день, глядя вот в прошлый чемпионат, такой проблемы нет. Кубок Суперлиги не был проведен, был проведен только финал четырех, в котором приняли участие, кроме хозяев площадки, еще те, кто изъявил желание. И как бы мы посчитали, что пора возвращаться к нормальной форме проведения Кубка Украины. Якие события, как финал четырех Кубка или плей-офф чего-либо, это ну, как бы самый действенный инструмент популяризации. Он привлекает внимание, он побуждает детей заниматься баскетболом, людей, которые интересуются баскетболом, обязательно посмотреть, когда им предоставлена такая возможность. А людей, которые сегодня, может быть, не очень увлечены баскетболом, но увидят интересную яркую трансляцию, заинтересоваться. И впоследствии, если будут другие трансляции, ну, смотреть их. Федерация берется организовать трансляции, прямую трансляцию финала четырех на одном из общенациональных каналов и по возможности по одному центральному матчу в каждом этапе розыгрыша Кубка Украины.